Работы по устройству фундамента новой больницы в Оссоре на Камчатке завершили. Об этом сообщили в правительстве региона. Площадь здания составит больше 3000 квадратов, пропускная способность рассчитана на 25 мест стационара и 60 посещений жителей в смену. Ее строительство фактически началось в текущем году. Она свыше 3000 метров квадратных. Строительство завершится в следующем году. Мы ожидаем, что к июню-июлю подрядчик опережающими темпами относительно графика завершит строительство. Это районная больница, оснащенная по всем нормативам соответствующих требований. На территории будет располагаться здание морга и крытая площадка для дезинфекции автомобилей. Установлены столбичные фундаменты, это 133 штуки. Выполнено бетонирование балок фундамента, порядка 193 кубов. Выполнена обратная засыпка, 4000 кубов. На морге выполнено полностью монтаж металлоконструкции, 22 тонны. И на станции дезинфекции автомобилей выполнен монтаж металлоконструкции 22 тонны. Но здесь также продолжается на больнице монтаж металлоконструкции. Сделано порядка 181 тонны из 275. Добавим, Министерство строительства региона курирует возведение 17 из 26 проектов первичного звена здравоохранения. В ближайшее время ожидается сдача нового объекта в селе Слаутное.